Returns with a new season, the largest championship among national teams in the history of esports. Dota 2, Hearthstone, CSGO, Starcraft 2, and $5.5 million at stake. European finals will be held in marvelous Barcelona from the 22nd to the 26th of November. Win your slot in the finals of the World Championship. Register right now. Ну что ж, друзья, здравствуйте, рада вас видеть в нашей студии Hearthstone. WESG наконец-то начинает свое путешествие по планете, друзья, и уже стучится в дом. В каждую дверь говорит: откройте, откройте срочно. И сейчас будем открывать двери игрокам и представителям сборной Германии. Да-да-да, уже много там копий было сломано в Твиттере по поводу того, кто прошел, кто не прошел. Xixo оказался в результате за бортом всего противостояния, BunnyHoppor в том числе. Ну, оба они, кстати, отлетели в 1/4 финала, то есть им не хватило буквально шага для того, чтобы попасть на ТВ-трансляцию. Но выбили их тоже не самые обычные игроки. CASIE, к примеру, который разобрался с BunnyHoppor'ом, это тот парень, который, как мне кажется, в этом сезоне выступает очень круто, он на волне, и он ну, действительно хороший. Я жду от него классной игры и надеюсь, что он заработает путевку на лан-финалы. Особенно красиво горит CASIE по следам последних событий, то, что происходило в Америке. Там просто, ну, сами, наверное, слышали, помните, как полыхал он по поводу интернета, по поводу технических проблем, связанных. Про DreamHack ты имеешь в виду? С Blizzard нет. Именно это квалификация на американский чемпионат от Америки. Ну, подожди, CASIE же у нас представитель Германии, причем тут Америка, ты что-то путаешь. Но он, как представитель Европы, горел на организацию. Ага, вот так вот. Ну, тоже, в принципе, может быть. Один из игроков уже на ваших экранах. Это киберспортсмен с никнеймом MIKEBOY. Насколько я понял, у нас Германия также 2 квоты получает, как и вчера Украина. То есть победа в полуфинале равно поездка в Барселону на лан-финале WESG Европа. Вчера, кстати, ну, легкая сенсация случилась. Не самые известные игроки от нашего региона пробились через тернии вот этой вот сеточки, в которой изначально принимало участие порядка 100 игроков. И имена этих героев — это Энтони, а также, запомни это имя, Игорь, это новая звезда киберспорта. Ты знаешь, как его зовут? Ну, там ты знаешь. Я знаю, да, я смотрел. Аюя Ангандис. Аюя Ангандис. Это что-то из... Мне почему-то мексиканской школы Hearthstone. Почему-то мне вот Валера Мединский прислал в этот, боже мой, в Телеграме, короче, ссылку на расшифровку его ника. И знаешь, куда ссылка вела? Ну как ты думаешь? Сайт, который называется «Черная магия» и что-то там еще. Я решил дальше не копать. На всякий случай. Мало ли чего, думаешь, да, Александр? Как бы не прилетело. Немножко как-то, да, вызывающе выглядит. В общем, эти два парня заработали квоту от Украины. Сегодня, кстати, стартует WESG Россия, который, напомним, проходит отдельно. Там другой подрядчик, организатор этого всего мероприятия, компания UCC. То есть у них там вообще свои правила, свои трансляции. Я слышал, уже тоже много. И мы туда не лезем, на всякий случай. Много спаленных стульев, домов и прочих окрестностей, друзья, по итогам вообще придуманных вообще этих правил. Но поживем, увидим. Как бы самое главное, не повредило это вообще репутации WESG, которая создавалась достаточно долго. Ну и что хочется отметить, да, большое количество участников также пишут о грядущих выступлениях. Сегодня основная стадия мясорубка проходит в России. Слышим мы небольшой фон в правом ухе информации для режиссера. Да, хотелось бы тоже от него чуть-чуть нормальный фон, кстати, избавиться. Да, ну как раз, чтобы у нас в голове там лишнего... Не осталось только Hearthstone. Только исключительно Hearthstone, это программирование. Со звуком проблемы уже не впервые. Но мы в первый раз из студии касим. Тут у нас тоже большие перемены в киберспорт-арене происходят. Сейчас готовятся, я так понимаю, к большому крупному турниру по доте, поэтому тут такой, да? творческий беспорядок, я бы так это назвал. Минорчик присутствует, друзья. Видим мы экран, монитор и... И долбит нормально. И долбит нормально. И минус глаза, минус уши, как минимум, Александр, я предвкушаю. Что ли еще будет? К сожалению, у CASIE мы не видим веб-камеры, но видим, что он открывается с разбойника. CASIE — это знаменитый Miracle Рога, но здесь, как мы видим, он также поддался последним тенденциям и забирает все-таки метовую колоду Темпо Роги на Принце Келесете. Вот, отвечает ему MIKEBOY на Jade Druid. Ничего не изменилось. Ничего не изменилось. Фон как был, так он и остался. Я надеюсь, друзья, что ваши уши миновали всего этого. Это вряд ли. Ну, хотелось бы вот коротенько пробежаться вообще по тем, кто принимал участие в этих немецких квалификациях. Сейка, Экоп, да, из таких известных именитых ребят. Кейси, который дошел достаточно далеко. Раша Плеер знаменитый. Также Xixo, Синталол, Вайпер, Никслей, Занананананан. Это наш любимый игрок. Кико и... Мистер Ягут. Вот такой вот небольшой ростер на 64 человека. Ну, и кстати, как... Кико все еще в игре, он будет играть во втором полуфинале с Клотиксом, парнем, который выбил Ксикса. А, кстати, вот как никнейм был у BunnyHoppor Руфи, получается? Да, он играл с Кейси в 1/4 Руфи. Вчера как раз мы с Нейманом это обсуждали. Да, Рафаэль как раз-таки Руфи, но вот по поводу никнейма ничего не было сказано. Вот. Ну, Нейман точно, он говорил, что это именно BunnyHoppor. Ну, я видел он... твит от BunnyHoppor в том числе, поэтому да, нормальный. Вот он, Келесет. Любимец публики. Карта, которая также в последнее время заиграла. Любимец внезапно. Всех принцесс. Принц Келесет. На самом деле удивительно, что только сейчас. То есть были какие-то попытки до последнего момента играть эту легендарную карту в таких агрессивных темпо-колодах, но только сейчас прям такой рассвет получила эта легендарочка. Не кажется ли вам, что это связано с некоторой ленью профессионального Hearthstone-сообщества? Скорее, знаешь, это не то чтобы лень, это... зашоренность, ну то есть не то чтобы неспособность, нежелание искать какие-то новые решения. То есть есть какая-то устоявшаяся мета, и это принимается как должное. То есть после чего мы появление обновление меты и ну, вот, появление этих новых колод с какими-то новыми картами. После нерфа определенных карт в виде того же, там, не знаю, озарения, что там еще было, секира и так далее и тому подобное. Но если вот глобально взглянуть на мету, то что мешало Келесета играть до этого? Ничего не мешало. То же самое можно было проворачивать и ранее, и это было, ну, это работало бы. Поскольку постепенно возвращается и в турнирах, в турнирный формат WESG Jade Druid и так вписывается очень неплохо. Ну и Владер потихоньку возвращается с полной силой, даже с понерфленным озарением. Эта дека, она просто видоизменилась и все так же сильно. Стало чуть-чуть помедленнее, да. Потерял такой умный, да, дикий старт, но по-прежнему это колода, которая убивает всех и вся, и ни в коем случае ее нельзя недооценивать. Несмотря даже на нерв той же чумы, и все хорошо с этой колодой, и чувствует она себя действительно здорово. Ну и что ж, старт, конечно, выдался весьма неплох. Ну, разбойник доминирует, тем более с таким... великолепным стартом из трех легендарных карт Келесет, Шаку и Ксарил. Тут изначально Темпо Рога чувствует себя как рыба в воде, но с таким стартом нападал. Пока что все здорово. И вот, возможно, ключевой момент, когда на столе появляется какой-то нужных морей, глазастик выглядывается с колоды со статой уже 3-3, поскольку баф от Келесета прошел и проходит пробаф от эпического пирата. И есть ползун Галака, который притаился в руке MIKEBOY. Это, возможно, позволит как-то перехватить инициативу, но насколько это будет успешно, узнаем вскоре. Ну что же, ползун Галака выходит на игровую доску, должен он просто переезжать нещадно с капитана Южных морей. Ну и плюс ко всему, да, судя по всему, это будет нефритовый коте. И, возможно, даже пара пробафов полетит, дабы бороться просто со всей этой напастью, этим невероятным проспамом от противника. Просто на все играет. Целых две методоса, да. Здесь MIKEBOY играет, он такой тоже современной метовой Tempo Jade сборкой друида, если можно так выразиться. То есть тут присутствует как ранняя игра, так и пробафы. Обычно играются колдовские вороны. Часто можно увидеть ну, метки Шараджа, понятно, метка Лотоса, а также всего Дикой Природы. Частенько залетает в эту деку. Хорошая сборка, хорошая редакция. Мне это очень нравится. Одинаковый яд от Ксарила залетает. Это единица урона, насколько я вижу. А что, кстати, по фону дядя Паша? Дядя Паша работа идет, окей. Перестраивает студию. Ну и действительно, вот эта комбинация через ползучую чуму плюс идолы творят невероятную грязь. То есть, казалось бы, у тебя провокация 1-5, в одночасье превращается в 2-6, и Кико просто переворачивает всю игровую ситуацию против агрессивных сборок. Ну и тут даже парочка залетела мета Клотоса. Что дальше? Гнев у нас будет использовать Микебой. Нужно добирать, по идее, да, то есть на единичку гнева залетает в злолиста, туда же уходит свайп, был поднят разрушитель чар. И мы расправляемся с этой игровой доской. Что же, следом появляется у нас длинношея. Вот так вот. Длинношея получает божественный щит. Мы используем зелье Ксарила. Ну и вот он ванклит 6-6. Уж неплохо. Продолжение про спама есть. Уже 10 кристаллов маны для друида. И на самом деле как-то разбойник немножко увяз. Да, стол достаточно сильный. Это и ванклиф, и длинношея. Но есть чем отвечать. Микебой здесь и стенкой можно закрыться, и сыграть аю. И по мане также помещается сюда немота от разрушителя чар, которая может понизить стат Эдвина до 2-2. Понерфить Эдвина. Срочно, но при этом, да, с божественным щитом будут некоторые сложности. Но ничего не попишешь, есть ли у тебя вообще другое решение. Можешь ли ты погибнуть? Пропал фон, ура. Счастье. Что? Счастье приходит в наш дом. Паша показывает, что у нас, возможно, не слышно или слышно. Но фона нет, все хорошо. Также нет и звука. Поэтому... А, звука нет, все, я понял. Поэтому тоже вопрос. Ответ. Па-па-пам. Кобыла на игровой доске. Шаг сквозь тень. И большие проблемы у друида. Как Темпо Рога обычно просто ломает подобные истории и не дает возможности перевернуть противостояние. Играют достаточно быстро игроки, лишний раз не задумываясь. Ура! Ура, но фон... Шум вернулся, да. Вернулся. Что за бой, где германские девушки, спрашивает чат. Друзья, сегодня у нас только суровые мужчины. Кстати, если бы девушки играли в нарядах традиционных для праздника именуемого Октоберфест, я думаю, что это был бы только плюс мероприятию, добавило бы зрелищности, смотрибельности. Я думаю, что привлекло, возможно, новую аудиторию к турнирным трансляциям Hearthstone. Да и в целом, ну, это было бы что-то новенькое. Мне кажется, нужно уже начинать придумывать какие-то челленджи для игроков и все больше втягивать именно представительниц прекрасного пола в шлепанье картишек. Будет шлепанье картонок 18+, друзья. Плюс ко всему еще добавим мы и атрибутику, соответствующую всему вышеперечисленному. Ну и, друзья, действительно, аудитория, я думаю, что так и польется. Ну, посмотрим, это будущее, я думаю, этих игр. Ну, а здесь тем временем Кейси все-таки не сумел одолеть Микебоя в первом противостоянии. И это при том, что у Темпо Роги был просто идеальный старт. Вот и поэтому Jade Druid сейчас по-прежнему в строю, по-прежнему убивает и ломает всех и вся. Мы видели уже подобное на командном турнире, который сейчас проходит, где действительно уважают друида и в первую очередь стараются забанить именно этот класс. Но в рамках нашего турнира бана нет как такового. Напомним, что по общепринятым правилам WESG, за исключением России, там своя история, которая может по-разному расцениваться. Напомню, что делает это уже много просто вопросов, где же определенные игроки, где же руквалы. Их не будет на этом канале, друзья. Ищите трансляцию где-то в сети интернет. UCC это должно делать. По идее, это должно освещаться в прямом эфире. В общем, там свое кино и мы умываем руки, что называется. Так вот, по общепринятым правилам Best of Five формат проведения турнира, Conquest, 3 деки заявляет каждый игрок, и при этом нет бана. Такой вот, друзья, выбор правил на этот турнир. Действительно, приходится просто составлять лайнап, исходя из 3 сильных колод. И кстати, ну, большое количество разнообразных дек, что удивительно. То есть, вроде как, то есть, есть уже вот в таком формате проведения турнира обычно все сводится, ну, просто к выбору 3 сильнейших дек. То есть, мы это видим здесь, когда, ну, есть такой, знаешь, уже привычный для подобного формата лайнап, состоящий, допустим, из друида, Розаку жреца и что-то еще, например, темпороги, как, ну, метовые колоды. Вот. Но некоторые ребята пытаются удивить, как-то обыграть как раз вот подобное шаблонное построение лайнапа и сыграть, наоборот, там быстрыми колодами. То, что мы видели, к примеру, вчера в украинских квалификациях, где там вообще были и охотники, и темпомаги, и что только не было. И отсутствовали жрецы, да, и друиды в лайнапах. Особенно это проявилось вот в финале от 2 игроков, да, где в одном лайнапе... Там 2 темпомага было в финале. Да-да-да. Причем один лайнап с жрецом он-то как раз и выиграл. А на втором месте были именно агрессивные темпы сборки. Вот, ну а здесь уже там порога от Микебоя. Ну, а Кейси свапнул кого-то на Розаку жреца. Ван Клифф 10-10. Неплохо сыграно. ШВД нет. На втором ходу Эдвин 10-10. Да, изи. Классика жанра. Просто... Разбойница только так и играет. Смотри, как я умею, говорит, наверное, с легкой руки, а сразу же ты задумываешься, где же анимота, а хочется найти, а почему так? Ну и поехали. Хладнокровие, Ван Клифф 14-10. Стучится просто на всех парах вместе с Венгом. Как стучится? Он просто дверь с петель вынес. И ШВД, кстати, топ-дек. Единственный топ-дек, который спасал сейчас Кейси и реакция. Немота еще была. Ну, немота, окей, да, 2 карты, то есть, которые могли изменить ход событий, но все равно. Эдвин вписал ни много ни мало 14 демеджа фейс. Ну, скорее много, чем мало, да, то есть, располовинив лицо Андуина, просто чуть ли не надвое разрезал. И жизнь треснула у Андуина. Такой... И казалось бы, уже все. Пиши пропало, но нет. Спасительный топ-дек оставляет в игре Кейси, и Микебою нужно все начинать сначала. Ну, Кейси, как опытный валировод. Валировод. Должен... Валировед. Валировед и валировод, я думаю, там все вместе. И должен он показывать нам хорошую игру. Против разбойницы, особенно как эксперт. Ну, понимая, да, как это работает, он, соответственно, знает, как это контрить. Ну что же, пока что я бы сказал, что инициатива перешла после находа ШВД под контроль жреца. Есть классная шестерочка, да, для Микебоя. Это Керн, карта, которая вновь вернулась, на удивление, в темпо сборку разбойника, но здесь еще рано. Кристаллов маны пока что не хватает. Играется курьер Кабала, раскопка 3 карт, принадлежащих этой фракции. Это у нас Лаки Медива, Чогал замечательный. Ну и 4-ка жреца еще, да, да, то есть, которая синергирует с Ктуном. Угу. То есть при лечении Ктун получает +1/+1, так и не заиграла эта карта в целом. Ну, ровно как и Чогал. Особо мы не видели. Гал просто мощный. Мощный, ну... парень 7-7, который бьет всех. Своих, чужих не прощает просто этот парень. Ну и видим, что разбойница-то закончилась. Конечная станция для Валиры. В скобочках Маев. И зелье безумия. Поехала жара. Есть у нас также еще и внутренний огонь. Тут, мне кажется, все понимает Майк и Бой. Немножко теряет здесь хила Кейси. Спешил он. И порядок действий был неправильный. То есть он сначала должен был высылать жреца обжору, потерял 3 единицы здоровья таким образом. Но это не смертельно. Хотя странно видеть подобное со стороны именно Кейси. Он как-то славится все-таки безукоризненной игрой. Да уж. О, божественный дух подъезжает. Все хорошо. Розаку жрец превращается в ОТК Приста, который просто убьет Ой-ой-ой. Соло. Своего оппонента. Еще и со злолистом тут подводит. Не кисло. Ну и бьем дальше по лицу. Маев страдает. Маев уже просто кричит от негодования. Можно активировать злолиста, по крайней мере. Есть 7 кристаллов, если я правильно вижу. Ну как... Есть с этим вопросы. Злолист разбирается с Лирой, также погибает жрец Обжора. В живых со стороны жреца остается только Акалит. Ну и далее злолист уже и со стороны жреца тоже ничего удивительного. Это классика жанра, когда самыми сильными картами класса оппонента жрец просто расправляется со своим обидчиком. Поднимаются клинки, много корсар. Баф пушки на единицу атаки. Здесь это особо ничего не дает. Хотя нет, с какой стороны посмотреть. То есть это дает размен вместе с матросом Южных морей злолиста. Также погибает служитель боли. И их остается только собиратель сокровищ. Но карты закончились в руке у Майкбоя, а это провал. То есть жрец тут все-таки доминирует. И вот уже играется темный жнец Андуин, сменяя облик героя Кейси. Да, ну и что, вот она немота. Очень своевременная, вовремя, да, заходящая для жреца. В свою очередь MIKEBOY, у которого проблемы. Потому как стола нет, ничего нет, на что он надеется, я не знаю. Но самое главное верить, наверное, в свою звезду. Иначе по Хардстоуну просто ты не продвинешься далеко, и он... Старается просто из последних сил, говорит, ребята, я с вами, держитесь. Вот он Вилен, и вот он Консит, я думаю. Уже пора выдвигаться в эту сторону. 1-1 и, судя по всему... Ну да, уже сдается, не разыгрывается кобальтовый губитель. Счет сравнивается, дважды Темпо Роги проигрывают. Вот так вот со стороны Кейси с первой попытки, ну и теперь MIKEBOY также потерпел поражение. Выбывает из лайнапов для Кейси жрец, для MIKEBOY закрыт уже друид. Остается друид и рога против мага и роги. К сожалению, мы по-прежнему не видим вебки Кейси. Возможно, это не Кейси, а кто-то еще. Александр! Скандалы, интриги, расследования. Верите? Ксикса. Верите в то, что там вообще... Вся команда, не знаю, немецких киберспортсменов просто сидит в одной комнате сейчас и неистово шлепает картонки вместе. Каждый по ходу делает. Они меняются, знаешь, так как по кругу ходят просто. И... Пускают картонки по кругу. Картонки поспускают по кругу. Еще кого-то, может быть, что-то делают. Но факт в том, что Кейси пока что не выглядит явным фаворитом. И вот он, пожалуй, главный. Бой — это Мирор, темпоразбойниц. Здесь будет решаться очень многое. Мирор, темпоразбойниц. Как-то вот грустно немного становится от того, что Hearthstone превратился в поиски священного Грааля в последнее время. Поиски Келесета. Казалось бы, причем тут герой третий. Я вот тоже сейчас задумался и думаю, зачем ты это сказал? Ну, Александр, вы флешбеки сразу. Поэтому надо искать священный Грааль. На самом деле Андуин, есть Раза, есть Келесет. И ты, короче, их такой ищешь просто. Вот эти обелиски, а потом открываешь картину. Ну вот в темпо-колодах, ну, если вспоминать вообще колоды, в которых используется Келесет, то здесь, конечно же, хочется найти эту ключевую карту как можно раньше. Но я бы не сказал, что это единственное верное решение для победы. То есть та же Темпо Рога может просто задавить ну, своими существами, там, синергией, не знаю, различными бафами и так далее. Тот же Золо, который тоже вновь воскрес нежданно-негаданно, который также играет принца Келесета, может тоже выиграть и без него. Но, конечно же, шансы на победу с этой двоечки заветной возрастают многократно, если ты находишь особенно на старте игры, тем более для разбойника, когда можно провернуть там комбинацию принц Келесет, шаг сквозь тень, Келесет, шаг сквозь тень, оппонент жмет консит и как бы go next, потому что такое законтрить сложно, но нет ничего невозможного. Ладно, здесь у нас, как мы видим, ни один из игроков не является киберспортсменом на все 200%. Кстати, если говорить про поиск карт от Druid, это десятка, который ищет просто тотальное заражение. То есть у тебя вот десятка получается, да, нашел, не нашел. Получается Келесет, Раза и Андуин темный, да, если мы берем казаку с жреца. И как-то это вот все вызывает вопросы. И Антонидас плюс 4 Давай уфилицы. Поможем киберспортсмену найти нужную карту. Знаешь, как это? Давай поможем Машеньке. Вот девочка такая есть, да? Да-да-да, найти что-либо. Ну что же, стол захвачен пока что Кейси, видимо. Ну, Ван Клифф не такой прям большой и сильный, но тем не менее он есть. Но есть ответ на пиратиков. Ползун Галака кушает, закусывает, я бы даже так сказал, пиратом пройдохой, а потрошение разбирается с Эдвином, и клинки минусуют глазастика. Вот был стол у Кейси, да весь и закончился. Чирик-чирик, и стола нет, друзья. Пятый кристалл будет далее, надо доживать, да. Керна, конечно же, дальше уже ставить возможность смотрителя. Ну, тут ответный рывок. Просто уничтожить всех и вся, зачистить эту игровую доску, но ничего не поставить. Такие есть, это определенное проседание по темпу. И уже будет MIKEBOY отвечать. Еще одно хладнокровие. Поднимает брови удивленно. Такой, что это? Хладнокровие. Ну, держи тогда темпа Керна. Керн весьма неплохо. С монетки появляется это Лего. Активно ворвался просто Керн. Постоянно он это делает в рамках какой-то новой меты. Ой, слушай, знаешь, да, вспоминай нерфа и возьми Керна. Темповоин, в темпо колоды он постоянно, знаешь, инзот или темпо колоды. Темповоин был, туда Керна начали играть. Сейчас темпо рога, сюда Керна начали играть. Причем Перпл такой с легкой руки подал такую идею сообществу. Первоначально там еще был Барнс, но постепенно отказываются все чаще и чаще от Барнса. Да не видим мы его фактически уже давненько в темпоразбойнице. Потому как шанс надровать именно Барнса, он весьма невелик. Ну и сомнительная синергия вместе с тем же шагом сквозь тень. Ну что ж, поехали. Глазастик вылетает с криком за хозяина. И будем бить мы лицо неистово нашему сопернику. Просто миллиард пробафов. Веера тут никакого в помине нет. И держи, Валира. Держи, окаянная. Бам-бам-бам. Грязно, грязно очень даже. Ну что же, здесь находит, опять же, возможность как-то разобраться со столом Кейси. Играется также терпеливый пицца, огневичок. Ну, в общем, на все, что может, все играет. Минусуется глазастик. Качели просто. Один из игроков заполняет стол, другой отбивает, выставляется. Тот тоже дает ответ, ставит своих существ. Но постепенно уже игра перетекает к лейтгейму. Здесь уже 9 хп остается у Кейси. И вновь волна существ на столе. Очень вероятно, что в любом исходе выживет терпеливый убийца, который получит пробаф от костяной кобылы, если больше не оставится более достойных целей. Слышу писк в ушах. Надеюсь, вы его не слышите. Надеюсь, вы слышите нас хотя бы ближайшие минут 15, чем я не уверен. Но, друзья, надежда. Мой компас земной. Говорят, приходите в студию. У нас все готово. Все классно, здорово. Мы ждем вас, ребята. Любим. Ждем, любим, надеемся, верим. Бамс. И 2 раза по лицу будем сетапить. Летал в 2 хода. А ведь не хватает буквально единички маны сейчас MIKEBOY, чтобы разыграть еще и агента ШРУ. И закончить эту игру прямо сейчас. Но при этом сейчас стенка не спасет Кейси. То есть ему нужно либо убивать оппонента этим ходом, либо он проиграет. Поскольку без Майка было это круто, но агент ШРУ завершит эту игру. Ой-ой-ой, что началось? Звук игры. Магия. И никакого шума. В 2017-м. Покчамп, друзья. Покчамп в чат. Дядя Паша, ты ювелир. Ну, на самом деле нормально. Хорошо, отлично. Просто потрясающе. Немножко играет, и хорошо. Все, супер. Ну и поздравляем MIKEBOY. Он выиграет 2-ю партию. За ним остается Мирор темпоразбойников. И он находится в шаге от того, чтобы выйти в гранд-финал и тем самым заработать путевку на Европейский лан-финалы WESG. Ну, как минимум смотаться, знаешь, в Барселону, повидать там просто строение Гауди, походить, там, искупаться. То есть чуть-чуть. Где? В фонтане? В фонтане, конечно же. В фонтане через дорогу в парке как раз-таки. Нормально. Именно там мы будем проводить WESG. В ноябре, насколько я понимаю. 22-28 или что-то подобное. 22-23. Рекламка, которая идет вот в перерывах, это как раз же реклама лан-финалов региональных. Ну, поэтому, друзья, ну вся информация уже есть на сайте неоднократно, и мы ее также постили, поэтому, надеюсь, уже видели. Хочется поехать в Испанию. Хочется вам, Александр, в Испанию бахнуть? Вот так вот, не глядя просто, с легкой руки. Да почему бы вот и сыграть нет? Пару туров в колумбийских отборах. Да не, я в Киеве лучше посижу. Лучше в Киеве. Чё я там не видел в этой вашей Испании? В смысле, что не видел? Hearthstone, WESG, Александр. А, ради чего ехать? Ради чего жить ты еще? Тоже правда. Смотри-ка, узыманы. Все чаще и чаще. Вчера я удивлялся этому заклинанию. Один как раз из украинских игроков, прошедших финал, играл это заклинание. Ну, узыманы, на самом деле, тоже вот в начале, когда только-только их ввели, вспоминаем мы, и хочется отметить, что в арене не котировались даже ни с коим образом, а чуть попозже узыманы заиграли на ура. Потому как какое-то весьма серьезное, весомое заклинание, когда ты берешь на арене, это может принести тебе значимую пользу. На арене там совсем другая история, поскольку там вообще можешь ты сидеть и не дождаться заклинания от оппонента, поскольку он все-таки упор делается на существ. Ну, зачастую. То есть здесь это еще как-то ну, просматривается, да, как бы логика. То есть это, по сути, бесплатный спел под Антонидаса в любом ключе. Плюс, да. А, здесь на отраженку Майк ловит капитана Южных морей, который сразу же разменивается. Без проблем тут обыграл этот секрет Кейси. И теперь можно разыграть мага Кирентора с еще одним секретом. Как раз мы увидим в деле узыманы. Далее пойдет уже вороватый задира на стол. И просто жизнь запестрит новыми красками. Два капитана Южных морей просто нещадно командуют, главенствуют и раздают указания на происходящее. На этой игровой доске монозмей с топ-дека, но слишком хорош задира. Тем более, что надо же все-таки как-то навязать ответную агрессию. Монеток пофармить. Ну и капитаны, судя по всему, будут стучаться в лицо уже Микеву. Пам-па-пам. Ха-ха-ха, говорит. Мидив, и Криоманска, по-моему, да? Залетает. Сейчас увидим. Стоп-дек с пирата пройдохи. Ну, замороженных существ нет, поэтому на все. Да, это именно она. Это Криомантка. Ну что ж, плачевная, кажется, ситуация для мага. Стол полностью захвачен пиратской братьей. Несмотря на страж, также защищает капитана и пройдоху. Максимальное выставление от Майкбоя. Стенка проходится. Ну, ответ просто йо-хо-хо, и понеслись в лицо. Йо-хо-хо. Сколько тут у нас? 15-16. Бутылка йола. Ну, срывается, да, тут? А, даже не срывается, даже не айсблок, это просто убийство. Узыманы, как говорят, не защищают от летального урона. Вот так вот. Но секрет хороший. Александр, что за дела? Сыграл же секрет, видишь? Сыграл. Обманывал 2 -2. Всю дорогу. 2-2 и друид versus маг. Versus темпо маг, между прочим. Па-па-па-пам. Ну что же, словит ли темпо маг свой бодрый старт? И найдет ли ответ Кейси? Очень хороший немецкий игрок. Один из последних представителей именитой когорты немецкого Хардстоуна. Но есть еще Кико. А вот Микебой и Clotix вообще перестали котировать. Ну, как бы неизвестно весьма игровому сообществу. Clotix Сикса выбил. С детства за Clotix, Александр. Конечно. Я хотел бы посмотреть, конечно же, полуфинал Кико против Хихо. Но немножко не хватило. Хихо-кико. Хихо-кико. Хихи. В общем, все пока. Ну а здесь пятая решающая. Матчпоинт для каждого из игроков. На первом ходу играет с нефритовый идол от CASIE. Далее Арканолог со стороны MIKEBOY. Арканолог приносит антимагию в руку немецкого киберспортсмена. Монета. Нефритовый цветок. Еще один цветок в руке. По разгону все великолепно. Также есть хранитель болот. И десяточка уже на всякий случай пришла для CASIE. Пока что выглядит все очень перспективно. Со стороны Темпо Мага у нас есть на третий ход маг Кирин Тора и два секрета на выбор. Это та самая антимагия, а также отраженка. А у Зимана есть? У Зимана нет. В руке нет. А жаль. И есть уже разносчица кристаллов, которая уже стоит 4 кристалла маны. Далее она будет стоить еще дешевле после розыгрыша отраженки. А там, глядишь, еще какой-то секрет заедет и вообще бесплатной, доступной разносчицей. Вот так вот, Александр, да? Да, говорит, бери меня просто за так. Полностью. Полностью. И за так. Ну что ж, интересная интерпретация. Думаю, что многие возьмут себе на вооружение. Ну и тут мы неистово копаем петроглиф. И я предлагаю брать реролл. Да, реролл. Все-таки качает мана змея. О, вот, ледяные загадки, да? Супер. Да, загадки, симулятор, а также чароплет. Мне, кстати, нравится, в принципе, симулятор даже. Или мы прямо сейчас бахаем чароплета. Симулятор неплох, потому что он сделает тебе еще одну разносчицу кристаллов. Чароплет сделает ее дешевле, но в одной копии. Вот смотри, если мы на следующий если у нас выживает ученица чародея на следующий, да, то мы могли бы разыграть и как раз таки две разносчицы. Не, все-таки играет более надежно через чароплет, играет сразу. Этот секрет разносчица в руке уже стоит 2 кристалла маны. Ну и что-то пошло не так тут уже для Майка. CASIE просто рвет и мечет, говорит. Борода бросил танки комментировать и вернулся в ХС. Спрашивают в чате, Игорь, что вы можете ответить на данное обвинение? Что началось? Что в танках, ребята? Как дела? В танках все хорошо. Все топчик. Старые герои в новом обличии. А вот у Зимана, пожалуйста. Вот лучший секрет в мире. Ребята, я, как говорится, как Фигаро. И тут, Фигаро тут, Фигаро там. И там, да. Или можно по-другому это интерпретировать одной попой. На какой стул сядешь, на какой дядю Пашу посадишь, например. Тут вообще... Дядя Паша в танках там не задействован? Еще более опасно стал. Нет, дядя Паша в танках не задействован. Ну, это не знаю уж, к счастью или нет. Не знаю, не знаю. Не мне судить, друзья. Хотя было бы интересно. Вот они, узыманы уже идут в бой, качается в манозмей. Разносчица стоит 0 мана и... Знаю я, что жизнь дядю Пашу поматросила. Он был и на танках, вот так, на Хардстоуне, и на Доте. То ли еще будет. Дядя Паша показывает одобрительные жесты. Свой Фигаро, который и даже Хардстоун покомментировать успел. Но это знают исключительно избранные люди. Продолжается доминация Джейд Друида. Играется хранитель болот в разгон по мане. Приближается розыгрыш тотального заражения. Слушай, там минус суши, говорят. Нет, так это же задержечка. Мы же, к сожалению, с чатом можем общаться только по прошествии 10 минут. Печально, но мы все равно в режиме слоупоков всегда можем отвечать. Грустно как-то без чата-то. Он так греет душу всегда. Мне так не хватает на танках чата. Александр, вы бы знали. Там тоже 10-минутный дилей. Да. И ты просто не пообщаешься, не спросишь у народа, это как грустно. Же правильно. Совета лишнего. Ну как так? Да, дядя Паша, судя по всему, 10 минут назад что-то сделал. Что-то, минус сердца тут даже пишут. Хорош, хорош. Ну, дядя Паша... Так, ну и что? Я, говорит, опаздываю. Разносчица кристаллов. Куда уж она бежит и зачем? На какую раздачу? Есть у вас предположение, Александр? Куда бежит разносчица кристаллов? И что в кристаллах? Ну, это запрещенные препараты, я думаю. Мы сегодня не пойдем в школу, мы будем... весь день играть в Hearthstone. Сначала создавать кристаллы, а потом их разносить. Ага! Говорит нам Антонио. Дает нам. Значит... неужели маг тут сумеет как-то выкарабкаться, поскольку теперь он уже впереди, и хп очень мало. Слушай, ну мне тут больше нравится даже... вот так вот, да? То есть не хотим мы сыграть дядюшку Малфуриона сейчас. 19 хп, получается 2 офф сейчас будет. 19 единиц здоровья. Да, слушай, победит здесь Темпо Маг. Должен. Ну что, шагаем в лицо. А почему бы и нет? Знаешь, ты уже из ниоткуда достаешь лишних несколько фаерболов. Я думаю, что есть смысл даже добрать картонки. Можно, да, сыграть сейчас зеркальные копии. Ну, сначала добор, зеркальные копии, и после этого еще фаербол бахнуть. С другой стороны, можно просто 2 фаербола прокинуть прямо сейчас, но ты не получаешь дополнительных огненных шаров. Вот в чем беда. То есть, получается, ты оставишь оппонента на 2 хп, но надежнее сыграть через, ну, просто сайкл колоды и еще смотрите, как новые это... огненные шары. Красиво, Александр. Как же это красиво-то. Сколько заклинаний, которые мы можем разыграть, сколько петроглифов, которые мы можем заново бахнуть. Ну и все-таки решил не крутить петроглиф, к большому удивлению. Но есть 15 урон на следующий. То есть этот сетап летал своеобразный. И что делать? Как быть, друид Кейси? Эх, Кейси, ты был хорош. Но, увы, Майкбой сегодня оказался и сильнее. Ты брут. Да. Минус Кейси — это грустно. Он очень хорош был и на квалификациях, на американский чемпионат. Ну, на американский, потому что проходит в Лос-Анджелесе, я имею в виду, да, на летний. Тоже там хороший лайнап, хорошие сборки. Зод Воин, который после этого используется всеми практически. Ну, многими. Сейчас классную идею он выразил в этом отношении. Но останавливают его там, останавливают его в одном шаге и тут. Формально он еще живет один ход, 16 хп. Сейчас убить прямо сейчас Майкбой оппонента не может, но... это убийство через ход. С другой стороны, там еще есть Кун, который может дать броню. Интересно, возможно, мы рано похоронили здесь друида, но так как он будет выбираться, не особо понятно. Не знаю, Александр. Давайте смотреть. Антонидас кричит. Ха-ха, говорит. Я не знаю, как он будет бороться против всех этих бесконечных фаерболов, если честно. Пока, да, ты живешь. Мазываешься броней чуть более чем полностью, но, по-моему, этого не хватит совсем. Плюс еще мы получаем Куна с отраженки. Наконец-то погибает Антонио. Но Антонидас сделал очень много. И, собственно, на этом все. 2 огненных шара плюс ледяная стрела, и Майкбой выигрывает серию и выходит в гранд-финал немецких квалификаций WESG, с чем мы его и поздравляем. Получает он путевку в Барселону. Майкбой красавчик. Друзья, вот такая вот первая у нас квалификация, первая игра, впереди вторая, это Clotix против Kiko. Ну, посмотрим. Кто у нас? Молодость и задор победят или опыт и мудрость? А кто из них молодой, задорный, кто опытный и мудрый? Молодой, задорный Clotix. Clotix, а Kiko — это такой уже седовласый мудрец. Мудрец просто накручивает. Когда Сильвер просто играет? Пукич ты имеешь в виду? Да. Скажи уже, когда... Друзья, сразу же после этой игры будет. В гранд-финале. Так что оставайтесь с нами. Далее у нас второй полуфинал немецких квалификаций, в которых сразятся Clotix, тот парень, который выбил Xixo из этого турнира. Ну и Kiko, кто, кажется, сильнее, узнаем очень скоро. А победитель сразится с Майкбой в гранд-финале. Esports Games returns with a new season, the largest championship among national teams in the history of esports. Dota 2, Hearthstone, CSGO, Starcraft 2, and $5.5 million at stake. European finals will be held in marvelous Barcelona from the 22nd to the 26th of November. Win your slot in the finals of the World Championship. Register right now.